Здравствуйте, я Лунина Анастасия, детский стоматолог Dental Fantasy, клиники премиум-класса для детей и взрослых. Очень часто ко мне приходят родители, чтобы показать своих деток, даже не подозревая о том, что у них могут быть какие-то проблемы. При обнаружении кариеса родители спрашивают, почему? И практически каждую консультацию мы говорим о вреде сладкого. Никто не знает, стоит ли отказаться от него полностью или можно его все-таки давать своим детям. И мой ответ будет – нет, не стоит. Просто сладкое нужно дозировать. Вы можете давать сладости своим детям в любых количествах, которые считаете нужным, только в основные приемы пищи. То есть сладости не должны быть перекусами. Сладости можно давать детям во время завтрака или за ужином. Негативное воздействие сахара на зубы ваших детей снижается за счет того, что после завтрака и после ужина вы очищаете зубки своим детям. Также я очень часто сталкиваюсь с заблуждением, что фруктово-ягодные напитки домашнего производства, такие как соки, морсы, компоты, не оказывают вредного влияния на зубы детей за счет минимального содержания сахара или полного его отсутствия. В данном случае мы забываем о том, что зубы разрушает не сам сахар, содержащийся в продуктах, а та кислота, которая преобразуется из него под воздействием микрофлоры полости рта. Фруктово-ягодные напитки домашнего производства содержат фруктовые кислоты, органические, натуральные, которые сами по себе могут негативно воздействовать на эмаль молочных зубов. Поэтому я рекомендую не давать детям эти напитки в ночное время, после вечерней чистки зубов, а также, как и сладкое, давать в основные приемы пищи. Если ваш ребенок употребляет эти напитки при каких-то обстоятельствах в течение дня, пожалуйста, делайте так, чтобы ребенок запивал их простой водой. Все сладости являются одинаково вредными для зубов. Неважно, съест ваш ребенок килограмм шоколадных конфет или съест один чупа-чупс, вред от этих сладостей будет одинаковым. Поэтому, пожалуйста, ограничивайте сладкое и давайте его во время завтрака и за ужином. Чтобы зубы ваших детей были здоровыми и крепкими, соблюдайте рацион питания и не забывайте о правильном уходе за полостью рта. Незаменимым помощником для самых маленьких детей будет зубная паста Rox Baby Pro. Это зубная паста, которую мы назначаем детям от 0 до 3 лет. Уникальная паста содержит в своем составе комплекс ксилита и биодоступного кальций-фосфатного соединения, за счет чего зубы укрепляются и насыщаются полезными компонентами. За счет своей уникальной формулы и мягкой основы эта зубная паста бережно и качественно очищает зубки самых маленьких детей, не травмируя очень хрупкую эмаль временных зубов. Будьте здоровы!